Привет всем! Сегодня у нас новости в Акуремистике. Как известно, в Дубае все самое-самое. Сегодня я расскажу вам про аквариум в торговом развлекательном центре Дубая. Одном из самых больших аквариумов в мире. Он расположен в самом крупном торговом развлекательном центре Ближнего Востока Дубая и рассчитан на 10 миллионов литров воды. Аквариум имеет самую большую в мире внешнюю панель для просмотра обитателей аквариума. Под аквариумом расположен туннель для посетителей, откуда можно наблюдать за 30 тысячами различных морских обитателей океана, включая тигров, акул и скатов. Размер передней стенки аквариума 32,88 метра в ширину и 8,3 метра в высоту. Толщина идеальной прозрачной панели 750 мм. Вся конструкция весит более 245 тонн. Кстати, еще есть возможность поплавать с акулами. Всем пока, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылки в описании.